до 27 сентября проезд по автомобильному тоннелю под главным судоходным каналом в районе Кронштадта на кольцевой дороге будет ограничен. Уже накануне закрыли для движения правую полосу направлением от Ломоносова к Горской. Скорость по остальным снижена до 40 км в час. На сайте комплекса защитных сооружений сказано, что в тоннеле проводят запланированные работы. Ограничение круглосуточное. Сейчас заграждение выставлено на внутреннем кольце дороги. С 23 сентября ограничения ведут на внешней стороне КАД. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей внимательно следить за дорожной разметкой и знаками и соблюдать скоростной режим.